Это будет зависеть во многом от тех, кто их поведет. Человек скромного достатка, заслуживший свое место. Такой человек вряд ли будет мечтать о троне. Все мечтают о троне. Такова уж наша натура. И что вы будете делать? Обеспечу отсутствие наследников. Без них нет и престола наследования. Власть вернется в руки народа. Конор, этот туннель ведет в нужный вам округ. А, адмирал? Он ждет вашего сигнала. И тогда нанесет удар. И мы тоже будем там. Вот и нет. А вот и нет. Где же он спрятался? Ну его к черту. Вернемся. Я могу выстрелить. В состоянии сражаться. Надо избегать часовых. Где ты, Чарльз? Его нет.
Не надейся одолеть меня, Коннор. Ты способный мальчик, но навыков у тебя не хватит. Отдай мне Ли! Ни за что. Он залог лучшего будущего. Стаду нужен пастух. Он осужден всеми и изгнан. Он вам уже ничем не поможет. Это ненадолго. Он еще вернется. Решать, что я и Орден вредим миру! Мы не тронули твой народ! Мы не защищаем! Сдайся, и я тебя пощажу. Смелые слова для умирающего. На себя посмотри. Даже когда вы отпразднуете победу, мы возродимся. Знаешь почему? Потому что Орден нас приводит понимание. Нам не нужно кредо или ложь отчаявшихся стариков. Нам нужно, чтобы мир оставался собой. Вот почему тамплиеров нельзя уничтожить. Думаешь, я проведу рукой по твоей щеке и скажу, что был неправ? Я не стану рыдать и жалеть о несбывшемся. Уверен, ты поймешь. Но я горжусь тобой. Ты проявил убеждение, силу, мужество, благородные черты. Надо было убить тебя раньше. У нас проблема. У Хейтема больше нет амулета. Но данные из храма поступают. Тут явно что-то еще. Лишь один способ узнать. Мой отец мертв. Теперь тамплиеров возглавил Чарльз Ли. Я вижу, почему наша война вечна. С доски убирают фигуру, возникает новая. Шаг вперед, шаг назад. По всему миру. Сквозь века. Порой моя задача кажется невыполнимой. Но нельзя поддаться сомнениям. Я нужен Магавкам. Сейчас больше, чем прежде. Я остановлю Орден. Я убью Чарльза Ли.
мы пришли почтить память великого человека, стремившегося изменить мир. И он это сделал. Оглядитесь. Англичане уже готовятся отступить. Их дух сломлен. Силы разобщены. Скоро придет черед лидеров-патриотов. Они покорятся нам или погибнут. И тогда, друзья, эта земля станет нашей. И этим мы обязаны Хейтему, ему и всем, кто отдал жизнь за наше дело. Но ему казалось мало спасти народ Америки. Он хотел спасти и тех, кто поклялся нас уничтожить. Он хотел спасти ассасинов. Да, безумие. И это безумие стоило ему жизни. Ассасины — чудовища. Им ведом лишь язык смерти. Хейтем понял это слишком поздно, пав от руки своего сына. Он отдал жизнь ради исполнения мечты, общей для нас всех. И мы должны бороться. Мы повергнем наших врагов. Мы будем нести наше слово. И со временем, братья и сестры, мы создадим новый мир. Сильный запах может испортить мясо. Но клёвый яблоки... Он отослал меня в тот день в форте Джордж. Он боялся за мою жизнь. Я должен был остаться. Он сказал, что опасности нет. Он был неправ. Я убью тебя, Коннор. Я клянусь. Но не здесь. Не сейчас. Нет. Сперва я уничтожу все, что ты любишь. Да, я сожгу дотла твой дом и поджарю на углях головы твоих драгоценных отцов-основателей. А когда покончу с ними, сожгу и остальное. Твою банду ассасинов. Весь сброд, живущий на твоей земле. Твою деревню и род. Все уничтожу. Попробуй, Чарльз. Но твой план провалится, как и все остальные. Поднимите его! Пусть ждет и смотрит. И потом, когда все его труды обратятся в пепел, лишь тогда я дам ему умереть. Уведите. Да что тут? Он пьяный, что ли?
Куда поехал Ли? В гавань. Сесть на паром. Эй, ты, стой! Вот уж нет, вернись! Думаю, эти люди вам подойдут. Зря так думаешь. Они слабые и больны. Нам нужна армия, а не богадельня. Чтобы сделать из них бойцов, нужны месяцы. У нас нет времени. Нет. Прошу. Мы сделаем все, что хотите. Только заберите нас. Заткнись. Твой товар для нас бесполезен. Может, обсудим это в моей каюте?
Жаль, что я вас разочаровал. Еще бы. Мы такой путь проделали зазря. Спрашивается, почему бы не отправить тебя за борт? Не стоит спешить. Дайте мне чуть-чуть времени. Я осмотрю другие суда. Должны найтись заключенные, что вам подойдут. Хорошо. У тебя 2 дня. Спасибо. Приходи с набранными людьми в таверну «Зеленый дракон» в Бостоне. Мы с хозяином будем тебя там ждать. Разжился зеленым ромом.